Honda Civic 2001 года выпуска, двигатель D17A. Сейчас я что буду делать? Я сейчас буду заливать масло в коробку. Ну, делал ремонт и частично масло слил через правый привод. А теперь мне нужно его подлить назад. Что для этого? Я взял вот такую воронку, небольшенькую, ставил ее в шланг. Вот. Ну, естественно, протер, продул. Шланг вставляю в отверстие. Вот видите, щуп. Это от коробки. Сейчас покажу вам. Сейчас я им померю уровень жидкости коробки. Это вот ресивер воздушного фильтра. И вот между ресивером, аккумулятором и кузовом. Вот ресивер, аккумулятор и кузов. Так, вот руку просовываем. Так, вставляем щуп до конца и смотрим. Видите, у нас только на кончике масла, то есть вот где вот эта как бы решеточка, вот она между верхней и нижней меткой. Масло должно быть, оно только на кончике, то есть нужно подлить. Для того чтобы было понятно, все-таки куда я буду вставлять, вон видите место, куда устанавливается щуп. Неудобно, но надо снять, показать. Вот она. Вот оно, это место. Вот так вот. Так получше его видно. Это щуп для заливки масла и для проверки масла. Поэтому я беру шланг. Вот он. Вставляю его сюда. Вот он, этот шланг. Вот он, вот он. Заканчивается вороночкой. Теперь мне что? Теперь мне нужно взять и залить масло. Чтобы одному было удобно заливать масло, я воронку привяжу, ну, подпорки крышки, вернее, подпорки крышки капота. Зараза, скотч паршивый рвется. Вот так вот, до подпорки не хватило расстояния. Сейчас буду показывать. Вот у меня слитое масло в канистру, отстоявшееся. Половину знаю, что точно надо вылить. Там у меня было немножко выше уровня. Стараюсь его меньше шевелить, чтобы грязь, которая осела, чтобы осталась там внизу. Так, вот смотрите, по шлангу, по шлангу, по шлангу. И вот она пошла в коробку. Масло, часть залил, теперь же мне нужно проверить уровень. Для этого я беру, выдергиваю из коробки шланг. Вот. Вставляю туда щуп. И смотрю, еще раз вытаскиваю уровень. О, уровень, можно сказать, по верхней метке, а был гораздо выше. То есть лишнее масло я слил.
Теперь мне нужно завести и прокатиться. У меня, сразу говорю, коробка пиналась. Я высмотрел в интернете, что люди меняют масло, убавляют уровень, и коробка нормальная. То есть пиналась она когда? При трогании с места. Ну, все, ставим на место щуп. Поедем проверять. Так, вот сейчас передвигаемся по ночному Барнаулу. Надо было по делам съездить. И заодно как бы тестирую вот это трогание, ну, от которого вибрация шла, когда я слил, сделал уровень масла, то есть слил лишнее и сделал как положено по уровню. Ну вот, насколько могу сказать, пока все нормально. Сейчас остановлюсь на перекрестке, на светофоре, и обязательно включу камеру, чтобы показать, как это трогание происходит. Ну вот смотрите, начинаю трогаться. Видите, никаких толчков, ничего нету. Ну то есть помогло. Бывают, конечно, моменты, но вот в последнее время, как бы вам сказать, когда только уровень установил масло, то ли оно не затекло, то ли коробка не адаптировалась, какие-то еще толчки были. А вот немного поездил день-два, и как бы намного лучше стало. Вот. Я еще грешу на полуось, что немножко привод, ну то есть полуось, привод, есть люфты, может быть еще из-за этого. Ну, короче говоря, еще сейчас буду пару раз трогаться, включусь, порезче постараюсь тронуться. Трогаюсь. Нет, практически вибрации нету, но я не резко, опять же, еще раз включусь. Так, ну все, последний тест на трогание. Вот, небольшой, совсем небольшой толчочек по сравнению с тем, что раньше было. Ну и то я стараюсь резко стартовать. Ну все, эксперимент закончен. То есть приведение уровня в порядок все-таки принесло свои результаты. Намного комфортнее стало ездить. То есть совсем минимальные толчки. Нет такого, как раньше, прям дрожь по всему кузову. Все, всем пока. Приводите в порядок свой автомобиль. Делайте уровень масла как положено. Я имею в виду уровень масла в коробке передач, в вариаторе.